Сегодня вся наша великая страна празднует День знаний. И в республике, во всех городах и районах этот день отмечается как один из важных праздников в дагестанской жизни. С приветственной речью к учащимся и первоклашкам обратился и первый олимпийский чемпион по вольной борьбе Загалав Абулбеков. От всех наших ветеранов поздравляю, всех чемпионов ветеранов. Мы-то в прошлом тысячелетии стали. Приятно, когда современная молодежь выигрывает, прославляет Родину. Поздравляю вас с открытием. И больных, не больных не бывает. Когда спортом занимается, все здоровы становятся. Теперь школа номер 9 функционирует в полном режиме. Достроен новый корпус, классы полностью оснащены. Все это заслуга руководства города и республики, отметил в своем выступлении глава муниципального образования Джамаладдин Омаров.